Любовь — это человек, который настолько тебе дорог, что только он может сделать тебе настолько больно. Любовь, она как рюкзак. Такой эффектный рюкзак, в который ничего нужного не положишь. Иногда кажется, что можно и карманами обойтись. Но бывают рюкзаки с парашютом. Это когда люди идут параллельно друг другу и принимают движение. Когда есть понимание, и вы мыслите в одну точку. Это когда два человека вместе, но они не мешают и не угнетают друг друга. Ты принимаешь человека и любишь его за личность. Вы дополняете друг друга, а не пытаетесь наполнить себя за счет партнера. Любовь — это когда с течением времени что-то или кто-то становится частью тебя. Любовь всегда спокойная, не токсичная, но невзаимная она тоже может быть. Главное, чтобы она была, ведь любовь — это все. Очень важна моральная поддержка, и любовь — это действие, а не просто лабуда, которая свалилась тебе на голову. Ну и ты, конечно, ищешь максимально похожего на себя человека. Я всегда знала, что у меня будет только один, тот самый. Потому что если человек твой, то он твой, понимаешь? Любовь — это не что-то легкое, это расстраивает. Люди эгоистичны и кайфуют от того, что отдают. Поэтому любовь для них важна. И есть, конечно, такая любовь, которая никогда не проходит. Но я думаю, что от невзаимной любви очень легко избавиться. Любовь — единственный смысл жизни. Вот влюбленность проще. Раньше у меня было такое хобби — влюбляться. А вообще, я думаю, что самая классная любовь дружеская, ведь она сильнее.